что я поздравляю вас с победой. Скажи, были ли какие-то ожидания от соперника? Может быть, думали, что немножко посильнее будут у тебя-то сегодня? Сказал бы наоборот даже, что мы заметили, что их лидеры не играют. Поэтому нам казалось поначалу, что нам будет полегче. Но в итоге у тебя-то хорошую борьбу навязали. Вот. Скажи, почему только под конец удалось забивать так много? Еще в две стороны летали мячи. Что произошло во втором тайме с командами? Ну, у тебя-то почувствовали, наверное, что сейчас можно сравнять, потому что разница была небольшая. Побежали вперед в атаку. Больше зон стало, и мы отправляли туда мяч на Кулана, и он решал. И он, как сказать, стал чаще реализовывать, поэтому столько много голов было. Стремитесь ли вы поднимать индивидуальную статистику Дмитрия? Да, в каждом матче стремимся. Все пасы только на него. Хотим, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Что не получилось, может быть, сегодня у Кастильи? Что-то вообще есть еще что исправлять команде? Или вы так уверенно будете биться за вторую строчку и не планируете в дальнейшем никуда деваться с нее? Потому что это ожидаемая история на самом деле. Да, только за вторую хотим биться, держаться за нее зубами, никому не отдать. На самом деле много что есть исправлять, много пропускаем, не дорабатываем часто в защите. И, как всегда, поначалу особенно мало реализуем, поэтому надо прибавлять в этих компонентах. Можешь ли сегодня персонально кого-то из противников выделить, против кого было труднее всего играть? Ну, Рома Леонтьев удивлялся в них. Ну, изначально мы знали, что он хороший защитник, и в атаку может начать. Поэтому вот его бы отметил.